Так, ну а дальше нам с вами нужно кое-что тут сделать. Первое, что мы сделаем, Ctrl-R. Здесь сделаем еще одну, да? Далее давайте мы сбережем дырку. Здесь должно быть отверстие, дырточка должна быть face. Так, теперь отсюда проведем линию К. Вот так и вот так. Отлично. И дальше мы с вами можем спокойненько сделать два треугольничка. Здесь без них никак. F и это и это F. Получили два треугольника. Так, один сейчас мы уберем. Ну, его можно убрать. Так, сделали треугольнички. Вот это меня немножко волнует тем, что могут оказаться двойные точки здесь сейчас. Поэтому я скажу N и в центре. Все. Теперь можно не волноваться. Здесь тоже M в центре. Хорошо. Готово. А дальше тут уже попроще немножко будет. Тут все известно. У меня во всяком случае так. И мы говорим, что и. И не получится. Е. Е тоже не очень. Так, сейчас секундочку подумаем, как лучше его оформить. Так, если E и S, тогда все получается. И теперь еще одна. E. Теперь двинем вовнутрь немножко. Это по оси Y, да? Вот так. И что в дальнейшем у нас будет четкие грани. Мы здесь Ctrl-R сделаем. Вот здесь. Вот так. То же самое сейчас перейдем вот сюда. Так, что здесь? Здесь надо будет отверстие тоже сделать. Потом выбрать эти вот три грани. Вот так, раз, два, три. Их е сюда, да? И с немножко сюда. Не знаю, нужно ли это соединять. Ну давайте, я по наитию понимаю, что надо вот эти вот вещи соединить. А соответственно и сделать, чтобы она не была видимой особо, F. И это просто грань. Загну вот туда, вот эти вот возьму точки, и загоняю их туда подальше. Это будет G по Y. Да. А здесь я тоже сделаю полигончик, да? Я тоже сделаю здесь Ctrl-R-чик. Нет, не так. Давайте все выберем, и тогда уже Ctrl-R у нас никуда не денется. Но оно так никуда не денется. Вот так примерно, да? Готово.
Мы сделали два отверстия. И тут клыки из треугольников. Ну, по-другому как бы он навряд ли получится. Ребята, так думаю. Если уже на острие идет, так идет на острие. Деваться никуда не денешься. Хорошо. Что у нас тут за странные? Тут-тут. Что это такое здесь у нас? А, секундочку. Такое ощущение, что здесь два. Сейчас попробуем уничтожить это ребро. А что, их там три штуки, что ли? Он вообще не уничтожается. Ну, это оно. Не хочешь так, сделаем по-другому. Мы уничтожим сейчас всю эту фейсы. Уничтожим. Да, видим, что здесь есть ребро. Возможно, не нужно. Вот так. Теперь... эту точку, эту и эту мы соединим, назвать F, и здесь возьмем ножик K и тоже соединим. Вот так. То есть, ребята, обращайте внимание, если у вас что-то получается то, что вы не делали, да, то лучше сразу проследить за этим и удалить. Ух ты, капот мы вроде бы как сделали. Угу. Интересно. Никогда так раньше не делал. И вот тебе опять. Так, что еще можно в оставшееся время сделать? Сейчас подумаем. Подумаем, посмотрим. Давайте, знаете что, попробуем вот это и это продвинуть сюда, G, E, вот так. Угу. И теперь дальше идем. Вот это. Между собой соединим сейчас. Так, смотрим сбоку. Ну, вот нормально все. Так, теперь здесь возьмем. Потянем ее. Вот. Да. Но при этом вот эту точку, мы будем ее продвигать дальше. Вот так. А эти точки мы соединим с помощью F. Ну, получаем вот такую штуку. Вот я не знаю, вот это должна до конца идти или нет. По-моему, нет. Потому что здесь будет... Так, как лучше сделать? Или же продлить это сюда до конца.
Не знаю, давайте остановимся пока, потом я подумаю и сделаю уже нормально. Заодно вот поправим тут кое-какие вещи, подкруглим. Ну, чтобы, как я говорил, у нас, если мы что-то делаем, да, оно должно у нас быть как бы немножко пряменько. Вот, и тогда мы можем вот это немножко удлинить чуть-чуть. И вот это уже, вот это ребро продвинуть туда, куда нам нужно. Мне кажется, я зря тут подвинул. То есть вот она, вот это, мне кажется. А может и нет, может и не зря. Вот так. Теперь возьмем вот это ребрышко и подвинем его вот сюда. Так. Это мы сюда поставим. Угу. Это вот так сделаем. Ну, я хочу вас спросить, если вы не устали, дорогие друзья, то мы можем с вами продолжить в следующем видео. А если устали, скажите, так, ну, в воскресенье, ну, нахрен ты это делаешь? Сколько ж можно? Я скажу, ну, ладно. На самом деле, я не могу так сказать уверенно, потому что хочется уже как бы, ну, продление. И вот тоже очень много значит вот эти вот, вот эта часть передняя, вот капот и передняя часть, это решетка с этими углублениями тоже, это тоже очень-очень важно для меня. Так, ну-ка откроем теперь, уберем все эти, скажем объект мод и посмотрим. Ну, видим, что вроде бы как ничего, вот эти два, правда, не совсем так, как нужно. Ну, мы сейчас поправим. Вот это и это, она как бы убежала в сторону, да? Ну, мы ее подвинем G по X. Вот так, да и все. Вот так, да и все. Дело в том. Если надо, то еще подвинем. Ну, это посмотрим потом. Давайте сверху глянем. Сверху вроде все правильно. Не совсем правильно. Я думаю, что ее надо сильнее двигать. Вот сюда где-то. А эти подвинуть в круговую.